ערב טוב, קהל נכבד. רחמת כולה, ישראל חיה. מה מודם, פוחרון השבא, סיבל השבא. אל ישראל מכסון, עומדני זה נשון תליכון גרנטי. מי שנקטן, ישראל נשא, ניו יורק, סיבל סבית. מה מודם, עומדני מי, תאום החלט מי. ישראל השבא, ישראל בקום, דרום, עסקוס. Bilam gazeteki sözü söyleyeceğim İsrail Bey'e. Darvarını akime gitti ondan. Rahmet kına İsrail Hay, İsrail oldu minik. Disiplini, dobri. O için хороший человек, трудолюбивый. Теперь я немного, хотите не хотите, здесь мы сидим очень много на Арматовых. Если разрешите, я скажу генеалогу немножко. Исуэль Хай – сын Арон Нормато. Арон Нормато – сын Циони Нормато. Понимаете, Циони Нормато писали Мататиони Нормато. А когда Бувой колонии Мо – Белиони Нормато. Шахсалзба якта Илову Абду Харбуды, а моя мусульмана Борисарасна Руган Дахкара Куштин. А мы брали ислам на государстве Гешва. Ну и история Шкалон, я расскажу. У него были сыновья Бенемин Нормат, Мушей Калонтар и Лео. И так же в танке Бадим Утренкас, Даро, Шаслаз Бурихта Самархаровитон. И но в новом доме дам. А кроме Бенемин Нормат, Доштан, Чорпса, Яй Духтар. Первый писарашман Ибраим Нормат, Сибонтуры Нормат, Бовуи Мо, Манэй Мататери Нормат, Бовуи Исраэль Хай, Цион, Арон и Эта. Мо Самаркама, Мактиб Шкова Мехондам, Дусол Амакфурт, Исраэль Хай. Вот, Хамдигре Медидим, Мактаб Бозмикари, Сырок Минек, Рахмат Кула Акеша, Мерхи Кортес Кунифтан, باید سمرقند به عزو وقتی جنگ باید برده نانو بخوره آده ما ترودی نیست را بودنی خشبی هم به شما کن اون اوچن ای اوچن خروش چایی برای نخد رو وقت شدن یک دوست خان جمع بگرم ممکنی گشبیتون گوه میکی یه عزیز و ازرائیل پریخل سیم سرمون گدو 25 лет жил, уехал в Америку. Там 20 лет живу. 745. Хочу рассказать о Рамада Голане. Я был там на войне, в Шведском канале был. В 73 году. Что я хочу рассказать? Сейчас требует Рамада Голан силы, чтобы Израиль вернул. А тут есть основа. 111 лет тому назад Ротшильды, братья, вы слышали? Ротшильды, Рокфеллеры, слышали, да? Вот это Ротшильд, 30 человек, семья, дети, внуки, туда-сюда, приезжают в Дамаск, в Сирию, отдыхают на 3 месяца. Они приезжают, отдыхают, так, и во время отдыха один министр из Сирии приходит, говорит, у нас, говорят, очень плохое положение, люди голодают. Мы хотим немножко продавать землю. Вы говорите, я слышал, что вы богатый народ, ты можете купить. Он говорит, пожалуйста, разговор не может быть. У нас, говорит, свои лаера есть, сделают табо, как это называется, купчи, как он называется. Вот, и сделаем. Нет, говорит, я привезу свои лаера из Франции, Англии и Испании, чтобы было вам хорошо. Привозят. Платит он всем, Ротшильд, и сделает купчи. Они закончили это 3 месяца сами курорт свой и уехали обратно. Ну, проходит где-то 60-70 лет, и они говорят, муж и жена Ротшильд, и говорят, а что будем делать с этим табо, который мы купили Рамад Голан? И немножко восточный часть Сирии, там, возле Дамаска. Всего 10 тысяч квадратных километров. Если взять земли Израиля 22 тысячи квадратных километров, это почти
меньше половины. Вот, и они вернули Керен Каэмиту. Здесь Керен Каэмит, хозяин лес, земля, туда-сюда. Они вернули, и правительство Израиля не знает об этом. И вдруг, когда случилось там переговоры с американцами, землю вернут там, Рамат-Галан, и они, это было в газете, правительство знает, и эту бумагу они, купчи, отдали правительству. Вот сейчас эта земля наша, мы его купили. Во-вторых, когда начинается война, Сирия нападала на Израиль, помните, да? И Сирия потеряла Рамат-Галан во время войны. А Египет потерял Синайский полуостров. Менахем Бегин при договоре с Анваром Садатом отдал Синайский полуостров Египту. За то, что он приехал, его застрелили потом. Ну, это история, кто хочет знать полностью, я всего говорил 1-2 минуты. А кто хочет, открывайте компьютер, на Google заходите и напишите «Секрет Рамат-Галан». И там прочтет и скажет мне спасибо. Рахмат Карабаша, Исраил Махаевич, Джорьевая, за наш от имени Екбачева, Аумонаги Светлана, Давид, Бояркович Яковлевич, Раяша, да. Вот, и но, и Нью-Йорка, и Шоим, все Колондодан, Чамбор, Мамбудан. Большое спасибо, я очень удивился, всех друзей самаркандских звезд я видел. Больше там. И газ-якта Хайка Акадоштан, Хайка Акиман Китиб, Рунда Джангаровтан, Акиман погиб в Ленинграде, и его похоронили там, Рубен Роматов. А он попал в плен. Я рассказываю, как я слышал, может, ошибка. Хайка попал в плен, германцам они сказали, не слышали, что ты художник. Он говорит, да. Вот, говорит, портрет Сталина, говорит, сделаешь нам, и мы тебе дадим такой. И он сделал, дал, а это КГБ услышал здесь. Он приехал в Душанбе, и КГБ сказал, ты портрет Сталина Гитлера отдал, и тебе посадим. И его посадили. А Михаил Некий Бабадин. Ну, это все я... Эта история очень длинная история, но вот такое дело. Рахмат Курейлаем, Амошна, Бурадома, Лёшан Бакан, Эдим Башан. Я очень рад, что я попал здесь. Видел друзей своих, родственников. Будьте здоровы.